Всем привет! Хочу вам кое-что показать. Некий довольно короткий сюжетец, чуть дольше минуты. Потом мы заглянем в комментарии под исходным видео, какими они были на тот момент, когда я сделал скриншот, а затем и еще кое-куда. Итак, без лишних слов, внимание на экран. Коперник — знакомая фамилия. Что он сделал? Боже мой. Так ведь это же он открыл, что Земля вращается вокруг Солнца. Или этот факт вам тоже неизвестен? В японском космическом агентстве сделали громкое заявление. По их мнению, Земля и все планеты в Солнечной системе вращаются не вокруг Солнца. Мы только что пронаблюдали немой восторг одного видеоблогера, обнаружившего новость о том, что японцы зачем-то уточнили слова Коперника о вращении Земли вокруг Солнца. Пока мы не будем задаваться вопросами типа «А чего это они вдруг?» и «А чего это они хотели этим сказать?», давайте сначала просмакуем комментики. Как видим, проклятым шароверам в который уже раз наступил полный и окончательный капец. Нам придется переобуваться в прыжке, чтобы объяснить в рамках нашей религии, что не так с этим миром. Наш шаблон разорван в клочья, и непонятно, как нам теперь с этим жить. И вот как только зоопланктон узнал о том, что Земля на самом деле плоская, так сразу и перестал ходить на быдлоработу. Народ рукоплещет прозревшим японцам и сетует на зря потраченные деньги. В общем, все как всегда. Но есть, как водится, нюанс. Чтобы прояснить ситуацию, нам потребуется заглянуть в исходную новость. Благо, в описании плоскоземного видосика есть ссылка. В том же описании еще сказано, что японское космическое агентство подтверждает, что теория гелиоцентризма ошибочна, как, кстати, и заголовок новости. Но вот ее текст уже несколько сдержаннее, мол, обратили внимание на неточность. Правда, сама заметка приправлена перлами типа «Барицентр — это идеально сбалансированный объект, масса которого равномерно распределена во все стороны, и светило начинает двигаться по мини-петлевым орбитам». И при этом еще отсутствуют ссылки на оригинал цитируемой статьи. Но разве это нас когда-нибудь останавливало? Примечательно, что прозревшего японского ученого зовут Джеймс О'Донахью. Найти его твиттер оказалось совсем несложно, как и предполагаемый исходник сенсационной сенсации. Выяснилось, что планетолог, специализирующийся на Юпитере и Сатурне, занимается еще и созданием наглядных анимационных роликов на тему астрономии. И в твиттер-записи, и в комментариях под ней есть несколько таких анимашек, демонстрирующих поведение барицентров, как Солнечной системы в целом, так и пар Земля-Луна и Плутон-Харон. Заодно там показано движение барицентров всей системы относительно Солнца. Теперь заглянем в Википедию. Русскоязычная статья «Барицентр» рассматривает только геометрический смысл этого термина. Англоязычная же относится больше к астрономии. Но это, наверное, проклятые шароверы, узнав о невероятном открытии японских астрономов, срочно переобулись в прыжке и, рыдая от горя, запрыгнули в машину времени, чтобы задним числом переписать Википедию, добавив в нее статью о барицентре и сопроводив ее ссылками, иллюстрациями и формулами.
Заодно эти мерзкие аферисты переписали другие словари, справочники и книги по астрономии. Например, как уже неоднократно упоминавшуюся мной книжку Левантовского «Ракетой к Луне», где на странице 78 сказано буквально следующее. Оказывается, и Луна, и Земля, точнее их центры, движутся по эллиптическим орбитам вокруг общего центра масс, являющегося одним из двух фокусов каждой орбиты. На рисунке таком-то изображены эллиптические орбиты двух небесных тел, обращающихся вокруг общего центра масс, называемого барицентром. Заодно еще и я переделал, наверное, также задним числом, один из своих старых сюжетов, вставив туда иллюстрации и слова про все тот же барицентр. И поэтому, если рассматривать космические объекты, то они должны вращаться не один вокруг другого, а обоюдно, вокруг общего центра масс. Ну, вообще-то, в действительности они так и делают, и у этой точки даже специальное название есть – барицентр. И что уж говорить про авторов многочисленных видео по этой теме, все они, ясное дело, выступили единым рептилоидным фронтом. Да и кто, как не эти проклятые шароверы, может быть виноват в том, что и тот писака, накропавший статейку в независимое интернет-издание «Дно-24», и тот дебильный ведущий Пятого канала, кто все это зачитал, разводя руками, и даже сам отважный исследователь вместе со своими, не побоюсь этого слова, слепошарыми фанатиками, все они вместе оказались цельнодеревянными эталонами глупого, дремучего невежества. Заговор. Как есть заговор.